Всем привет! Сегодня 4 июля. И сегодня мы приехали на океан. Это место Тиламух, это парк Хаплукаут, она называется. Здесь вот такой лес. Вокруг везде столы стоят, уже заняты. Тут наша семья тоже. Жарим шашлыки, накрыли стол. Детишки радуются. Папа уже кушает. Вот погода сегодня не очень теплая. Всего 71 градус по Фаренгейту и ветер. Так, и вот этот. Здесь тропинка идет на берег. Спускаюсь. Ну, там вдали уже видно океан. Вот тихий океан. Испарение над водой. Здесь вот впадает холодная вода. Холодная пресная вода впадает в океан. Люди загорают. Купаться, конечно, в такой ледяной воде невозможно. Мало кто сможет вот так по водичке до берега. Спускаюсь по такой тропочке. Здесь путь с препятствиями. Народу сегодня, конечно, очень много. 4 июля, День независимости. У всех выходные. Все ездят отдыхать. Кто куда. Есть вот такая речушка, ручеёк, лежит, мостик.
все змеи пускали. Я не успела снять, там человек летал на каких-то самодельных крыльях. Вот, это он летал на дельтаплане. Вот он сейчас его поставит. Здесь такая парковка, много машин. Здесь платный въезд, 5 долларов. Машина. Вот такой есть.